Ребят, мы сегодня в Дефлёре. У нас сегодня два больших повода попраздновать и порадоваться. Первый – это день рождения нашей прекрасной Яны. А теперь, что самое главное, у нас сегодня ребрендинг. У нас сегодня презентация новых логотипов пиар-компании, которая называется Top Kyiv Girls. И у нас сегодня, по сути, презентация новых дополнительных компаний Bad Boys Kyiv, а вторая – Top Cashback. Короче, сегодня много информации, интересный будет очень видос, много красивых людей, красивый Дефлёр, поэтому будьте на связи и оставайтесь с нами. Любим вас! Ау! У нас есть маленький квест. Раз у Яночки день рождения, значит, мы должны сегодня читать стихи. Много стихов, классные стихи. Поэтому давайте мы сейчас подружек Яночки, собственно, будем напрягать. У нас сегодня у Яночки день рождения, да? Да. Мы должны ее как-то поздравить красиво, правильно? Да. Давайте я начинаю, а вы заканчиваете, окей? Стихами. Итак, Яночка, Яночка. Классно! Спасибо большое! Это было офигенно! Готов попробовать? Давайте! Яночка! Яночка! Моя красоточка! Яночка! Яночка! Лучшая! Дамочка! Раунд! Да как тебя зовут? Меня Никита! Никита, тебе лет 17, да? Нет, 21. Смотри, у нас сегодня день рождения у Яны. Ты ее скорее не знаешь, скорее знаю, всего. Я знаю, Яну знаю. Она здесь еще работает. Да? Да, ну тогда знаю. Поздравь Яну красиво. Яна, с днем рождения, Яна. Это не Яна. Туда, Яночку. Яночку. Яна. Ну я желаю ей счастья, конечно, здоровья, всего позитивного в жизни, чтобы она оставалась такой же красивой и чтобы продолжала в том же духе. Ну конечно. Бро, лучший, давай. Бэмс. Добрый день. Вы классно выглядите. Вы очень, знаете, на кого похожи? Вернее, не так. На вас похожи очень. Настя Каменских. Серьезно? Вам говорили? Нет, впервые. Почему? А что, что у вас настроение? Все хорошо? Да. Вам надоели такие, как я, да? Скажите что-нибудь, чтобы я отвял. Давайте. Вы можете это сделать прямо сейчас. Без комментариев. Спасибо. Это была двойник Насти Каменских. Мы тебя реально очень любим. Ты наш просто лучик солнца в этой грязной тьме. Давайте блиц про Яну. Любимый город Яны. Киев. Я думаю, ей последний раз она отдыхала в Буковеле, и у нее остались незабываемые впечатления, поэтому... Короче, смотри, я тебя вообще не слышу, ее еще слышу, тебя вообще нет. Так вот, любимый парфюм Яны? Не знаю, кто? Вот именно, сейчас мы решаем, кто останется в подружках Яны, а кто нет. Ну, типа, ну вы же понимаете, по правильным ответам. Любимая марка автомобиля Яны? Audi, Porsche. Спасибо, вы приняты. О, Яни! How are you doing? Good, man, good, my friend, how are you doing? We're feeling good, feeling good. Thanks for you, we're feeling good, you know. Tonight, Yana, have a birthday. May you tell Frishy something. Well, I wish Yana all the best. All this that you see here wouldn't happen without Yana. And she deserves the best party and the best congratulations for her... For our good work. Вы поэтесса, наверное? Ну, вы так красиво говорите просто. Нет, я модель. Вау, а можете дефиле какое-нибудь или что-то такое? Давайте. Если вдруг кто-нибудь захочет научиться так же дефилировать, как вы, что надо для этого делать? Учиться дома. И иметь такой же классный рост. Какой у вас рост? 178. Вы стремитесь дальше, вы на этом не останавливаетесь. Да. Nowadays everybody wanna talk, let it got something to say, but nothing comes out when they move the lips, just about the generation. Я читаю рэп для Яны специально. Яночка, привет, как дела? Привет.
Все отлично, вот снова с бокалом, как обычно. Все прилично, я с бокалом, как обычно. Фактор 2. Яночка, покажи вот эту щечку, тебя поцелуй там. Поцелуй, много поцелуев. Лучшее поздравление, которое ты сегодня услышала. Можешь нам поделиться немножко с нами? Все желают процветания нашему проекту. Все желают здоровья, бабла побольше. Ну, я вообще, честно, довольна цветами. Девочкам большое спасибо. Яночка, ну, давай так. Мы сейчас как старые люди на свадьбе. Мы присоединяемся ко всему вышесказанному. Но от себя пожелаем вам оставаться такими же успешными. Ну, то есть не терять позиции, понимаете? Все желают туда идти, а мы желаем оставаться на своем всегда. Знать, чего вы хотите, чего вы стоите и какие вы крутые. И пускай все знают, передайте своим. Спасибо, Ром, вообще ты сказал, как нужно. Я очень рада, спасибо большое. Посмотрите на Яночку и поздравьте ее в комментах с днем рождения. Вы знаете, что на вас очень похожа Бьянка? Это она на меня похожа. Я же говорю, на вас она очень похожа. Как поменялась ваша жизнь после того, когда в вашей жизни появилась Top Gear Girls? Я приобрела новых друзей. Это немаловажно. Обрела много подруг, стало все намного интереснее, ярче. И плюс жизнь набралась красок. Top Gear Girls – это просто кайф, потому что мы ходим на тусовки каждый день. Мы кайфуем каждый день. Мы не работаем, мы просто кайфуем. Здорово, все. Хотите кайфовать, а не работать? Да. Тогда вам Top Gear Girls, а теперь еще в Bad Boys Kiev и Top Cashback. У нас сегодня два важных момента. Это новый лого Top Gear Girls. Вы видели? Да. Да, как вам? Очень красиво. Главное, что вам понравилось. Самое главное. Самое главное, я на сегодня. А, все, окей. А, Яночка, расскажите нам про Top Gear Girls. Вы организовываете, вы делаете красоту, вы делаете людям праздники настоящие, правильно? Ну, если сказать в двух словах, то на самом деле мы самые крутые, самые лучшие. У нас самое большое общество девушек, самых красивых в Киеве. Следуйте за нами, Top Gear Girls, подписывайтесь на наш Инстаграм и Ютуб. Мы вас любим, ура! Можно еще один вопрос? Bad Boys Kiev. Что это? Как это? Вау просто! Ну, опять же вернемся к тому, что мы самые лучшие. Но здесь мы лучшие мужчины, мы плохие мужчины. Мы тратим деньги, мы пьем алкоголь, мы гуляем с девочками. Вот такие вот, если в двух словах, вот такие мы. Мы наслаждаемся жизнью. Раньше только с Top Kiev Girls, а теперь с Top Kiev Girls, с Bad Boys Kiev и, ну, по-особенному, с Top Cashback. Да. Об этом тоже. За нами. Следуйте. Please subscribe, как говорится, колокольчики, подписка, ну, вы знаете все. Ну и в Инстаграме, конечно, Top Gear Girls. Все очень просто. Вау. Мы сегодня выдумываем пиар-компанию для Top Gear Girls. Надо какую-то одну фразу, чтобы все такие, вау, да, конечно, подписываемся. Надо, чтобы вы как-то прорекламировали. Прям так, ну, как будто вы маркетолог. Давайте попробуем. Одна фраза для Top Gear Girls. Хочешь быть в топе, подписывайся на Top Gear Girls. И в конце делаем вот так вот. Главное, что хотелось бы сказать, потому что много людей, все пьяненькие, все веселые, потому что эту вечеринку организовали Top Kiev Girls совместно с Bad Boys Kiev. И если вы будете стоять в этих комьюнити, если вы будете сотрудничать с пиар-агентствами, с этими компаниями Top Kiev Girls и Bad Boys Kiev, то вы точно должны познакомиться с новым ответвлением, с новым брендом, который называется Top Cashback. Об этом подробнее узнавайте во всех соцсетях, на сайтах, где угодно. Ребят, много информации на самом-то деле. Главное проявить желание и найти это все. А это сделать очень просто. Начнем с Инстаграма. Top Kiev Girls. Подписывайтесь, ставьте свои лайки и узнавайте больше. Потому что, как говорили наши девчонки, Top Kiev Girls – это кардинальные перемены в вашей жизни. Это много вечеринок, много красивых людей и много фана. А этого как раз нам не хватает, как минимум в 2020 году. Поэтому давайте вместе сделаем его завершение офигенным, а 21 год – охуенным. Ха-ха. Спасибо вам большое. Оставайтесь на связи с Top Kiev Girls, с Bad Boys Kiev.
и стоп-кэшбэк. Я не буду говорить, как меня зовут, потому что вам все равно. Ставьте лайки под видосом, комментируйте и обязательно подписывайтесь на все наши аккаунты во всех соцсетях. Спасибо, пока!